Всем привет! Сегодня мы снимаем обзор на соковыжималку или блендер фирмы Браун. Вот модель этой соковыжималки или блендера. Также к ней прилагается инструкция. Тоже инструкция, что можно делать, что нельзя делать. Здесь вот показываются его части и как его собирать. И что можно класть туда, и что нельзя. Вот так выглядит сам блендер. У него есть переключатели с 0 до 5, то есть скорость. Это была первая скорость. И можно сразу же с первой скорости перейти на пятую, нажимая турбо. Но эту кнопку нельзя держать больше 5 секунд. Также, если нужно размельчить лед, либо орехи, либо что-то в этом роде, нужно перевести на П. Сама чашка стеклянная и содержит 250 мл до 1750 мл. К ней прилагается крышка, которая очень плотно закрывается. Вот такая вот резинка располагается в крышке. Она не дает отлететь крышке во время размельчения чего-либо. Также тут есть такая вот мензурка. Маленькая. Она во время размельчения можно открыть и что-либо влить внутрь. Как написано в инструкции, ее нужно правильно положить, потому что если положить неверно, она тупо не будет работать. То есть, например, вот. То есть она подключена, но не работает, так как она поставлена неправильно. Вот. Теперь она поставлена правильно. И вот что находится внизу чашки. Это штука, которая крутит лезвие. Вот. Вот и все. На этом наша распаковка блендера Браун закончена. Не забудьте подписаться на наш канал. Также, если хотите больше распаковок, переходите на наш канал C-Film Studio и смотрите.